Привет, друзья! С вами Елена Топсида. Во время расследования тайн вокруг крепости Керчь я неожиданно вышла на самые древние сооружения Керчи – это курганы. И в этот раз я попытаюсь выяснить предназначение некоторых из них. Самый известный и хорошо сохранившийся – это царский курган. Я детально приведу его описание. В дальнейшем это поможет произвести реконструкцию других объектов. Об этом замечательном археологическом объекте было множество публикаций. Царский курган представляет собой холм, который возвышается над уровнем моря на более чем 65 метров. Форма насыпи имеет неправильное очертание. На поверхности насыпи кургана имеются две впадины – северной, восточной и южной сторон, которые, по мнению ученых, искажают первозданный вид кургана. Вход в погребальную камеру организован через дромос. Входной проем неправильной формы повторяет профиль дромоса. Крупные блоки ракушечника сложены в виде уступчатых стенок с обеих сторон, обрамляющих проход в курган. Длина дромоса составляет 37 метров, ширина колеблется от 2,5 до 2,9 метра. Поверхность скосов укреплена камнем-ракушечником небольшого размера прямоугольной формы. Курган перекрыт земляной насыпью сложной конструкции. Центральная часть некоторых плит дромоса украшена рустами, выпуклыми, необработанными поверхностями. Камера почти квадратная в плане. Перекрыта она коническим уступчатым куполом. Вся кладка выполнена из гладких плит без рустов. Начиная с пятого ряда кладки, в углах камеры сделаны слегка вогнутые диагональные выступы, которые постепенно выдвигаются вперед и увеличиваются по длине. На уровне 10 ряда кладка образует правильный круг, являющийся началом купола. Последний состоит из 12 кольцевидных уступчатых рядов кладки, последовательно уменьшающегося диаметра, и одной большой плиты, замыкающий центральное отверстие вершины купола. Высота камеры от каменного пола до высшей точки купола более 8 метров. Высота кургана 17 метров, окружность 260 метров. Запомним эти цифры. Антон Ашек, первый официальный исследователь кургана, писал: «Мало есть памятников, которые могут соперничать в изяществе с этой царской гробницей. Огромные стены составляли вход в гробницу. Этот вход почти в самом начале своем был заложен большими плитами, скрепленными по концам свинцом. Труды наши вознаградились находкой гробницы, которая по величине и устройству своему принадлежит самым замечательным памятникам этого рода на Керченской земле. Правда, археолог не нашел там богатых захоронений. Замечу, что Ашек тщательно раскопал дромос, чтобы описать его внутреннее строение. Гробница в царском кургане была открыта в разрушенной части свода дромоса. Очевидно, этот пролом в перекрытии был результатом разрушительной работы грабителей, проникших в склеп. Вот что по этому поводу писал Ашек: «Никак нельзя было ожидать, чтобы хранившиеся в царском кургане сокровища были похищены, между тем вышло противное. Гробница была совершенно пуста, но сокровища из других гробниц интересны не столько своими драгоценными материалами, сколько прежде всего совершенством ювелирного художественного исполнения, стали достоянием мировой культуры». Исследования Ашеком царского кургана продолжились до 1842 года, затем внезапно прервались. После Крымской войны 1 марта 1865 года археолог Люценко
провел неотложные земляные работы по очистке от завалов Дромоса галереи. В связи с расчисткой Дромоса Люценко произвел также раскопку подошвы кургана, остававшейся нераскрытой против входа в Дромос. Интересно, а что же делал Ашек все время? Попадал во внутреннюю камеру через лаз древних грабителей? Но ведь он тщательно описал устройство кургана, а это невозможно сделать без расчистки Дромоса. Или же курган был завален в очередной раз грязью и глиной? В рапорте от 30 ноября 1865 года Люценко уже докладывал председателю археологической комиссии Строганову о вполне удовлетворительном окончании анатолийским грекам Константином Муратовым реставрации верхней части свода галереи, ведущей в гробницу царского кургана. Восстановительно-охранные работы продолжались и в 1866 году. Вот зарисовка при первом вскрытии кургана до 1842 года. Как видим, Дромос полностью очищен. А вот зарисовки кургана после второго вскрытия и реконструкции. Здесь в верхней части Дромоса видна плита перекрытия, и это уже после реконструкции, выполненной Муратовым. Так что же получается? Люценко пришлось расчищать завалы? Как знакомо это звучит? Ну вот, все описано, диссертации защищены, ставьте лайки, конец истории. Ой, что это я? Нет-нет, история не заканчивается, а только начинается. Многие исследователи Крыма высказывали мнение, что царский курган – это вовсе не гробница, а технологическое устройство для получения стоячей энергетической волны. Радиофизик Владимир Ешкардин выдвинул свою версию о назначении подобных в кавычках гробниц. Послушаем, что он об этом говорит. Значит, это первый класс устройств. Второй класс устройств, который я стал рассматривать, это толусы, конечно. Подземные купольные гробницы. Ну, тоже, в общем-то, с их работой, как инфразвукового устройства, я разобрался, да. Основная антенна у них является дромосы. Дромосы. Это такие 36-метровые каменные антенны, да. У них есть соглашающее устройство, называется стомион у археологов. Это щель, как и в радиотехнике, любые антенны надо согласовывать. И есть резонатор. Вот, допустим, гробница Антрея, 14-метровый купол имела. Хорошо собранный, 14-метровый, когда построена, неизвестно. Но по сути дела, она вот находилась на расстоянии там свыше 1000 километров. Ну не 1000, может быть, 800 километров от пирамиды Хеопса. А так как у нее купол 14-метровый, вы понимаете, она с пирамиды Хеопса принимала волновую энергию очень хорошо. Она в резонансе с ним была. Причем у нее мощные антенны. Дальше они, смотрите, вот здесь вот они на антенны Дромоса приняли, возбудили на свой широкополосный усилитель, да, на купол, который фокусирует все, ну, линзы, представляете, да, солнечную энергию можно плавить металл, если большую линзу взять. Они фокусируют звуковую энергию, вот здесь у них стоял вторичный преобразователь, но они похищены, их сейчас нету здесь на полу, да. Вот здесь сложилась у них 200-тонная плита над стомионом вибрационная, а на плиту ставилась вот такая интересная вещь, широкополосный камертон, кольцо с разорванным треугольным, они не делали замкового камня здесь никогда. То есть у них вот здесь... Получалось, каждый слой камня мог на своей частоте резонировать, да? Если замкнуть камнем, камертон не будет работать, потому что камертон, перемкнутый поверху, не звучит. То есть они делали, и он был широкополосный, потому что это стопка камертонов, представляете, положено. Вот каждый ряд представлял себя отдельный камертон. И сверху купол. Вот здесь у них стоял вторичный преобразователь, который позволял повышать частоту преобразования до слышимого звука. Но это называется передача высоких частот на более низких. Ну, это ОМ-детектирование. Про это мы сейчас не будем говорить, хотя я вам могу продемонстрировать это. И, скорее всего, продемонстрирую сегодня. Значит, вот здесь у них камера, вот здесь вот вход отдельно была. И там были просто колодцы неглубокие вырыты. По сути дела, резонанс вот этого купола все равно приходилось по объему подстраивать. Они вот здесь вот просто вырывали небольшие ямки. И подстраивали, точно настраивали этот прием. Археологи говорят, это гробница царя, там хранились ценности. Но вот на стомионе даже нету ни ворот, ничего, и нету следов, что там ворота были. То есть открытые, что это за такое, если оно открытое? Понимаете, да? Купол крупнейший, только в 16 веке смогли построить купол.
в Венеции где-то большего размера, чем он у них. По истории Земли, вот этот купол больше всего лидировал. Он 2000 лет был самым первым куполом. И он собран идеально. Так, вот, вот таких сооружений много в Греции. У меня тоже каталог в онлайне сделан. Причем они направлены вот этими дромосами, как я посчитал, должны быть под определенным углом. И получается, вот в Микенах целый узел связи. Там таких гробниц крупных, 9 штук. И одни направлены на пирамиды в Южной Америке, одни на Хеопс, вот это на Хеопса, другие на Китай и на Антарктиду я нашел. То есть они, под, ну вот как у нас приемник есть, когда вот усы, да, надо направлять определенно, потому что ну, волну надо настроить. И, ну, этой картинки у меня нету. Если посмотреть, у них в Микенах прям все в разные стороны. Когда я стал углы смотреть, куда они выходят, получается, в Микенах, в Европе, был древний узел связи, который принимал со всех пирамид энергию. В каждом своем отдельном. Прямо рядом все в одном городе было. Ну вот эта гробница от Трелли уже. Ну, вот археологи, да, что я вам рисовал все. Вот как дромосы, смотрите. Кроме того, что камертоны сложены вот так без замка, вот здесь вот, они еще и в длину разные. То есть каждый ряд вот этот работает на своей определенной частоте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы можете насчитать там 7 слоев. То есть на 7 частот. Вот данные антенны работают на 7 частот. Ну вот я вам показываю крупно. Вот смотрите, видите, замкового камешка нету. Поэтому за 1000 лет она вот тут, видите, подваливается. Потому что упираться-то не во что. И вот археолог говорит, ну не знали люди тогда еще, как замок построить. Купол построили 14 метров, а замок... Вот эта плита, вот эти ворота, да. Вот это уже Болгария, гробница в Мизеке, да. Опять же, там 36-метровый коридор идет. А вот посмотрите вверх, как они сделали. Ну, любой из вас... Не будь даже строителем и не зная замковый камень, положил бы камень вот так вот, перекрыл бы, да? Это надо быть идиотом, чтобы положить вот так вот. И здесь пирамиды, галерея, конечно. Где? Пирамиды. Пирамиды, да, потому что вот, вот они, резонансы идут. Нет, это пирамиды, вот так, галерея, которую вы показывали. Да, да, тоже сложено вот так же. Вот Мезек, это в 1943 году раскопали в Болгарии во время Второй мировой войны. Ну вот это Мезековская гробница, только ее вид, как она выглядит. Тоже, вот видите, у них у всех по-своему, но хотя все повторяется технологически. Вот этот царский курган в Керчи. Вот здесь замковый камень стоит. Но это в 18 веке господин Грех Мураев, когда его попросили сделать, ведь гробницу открыл где-то еще до Крымской войны Ашик, и когда он открыл, вот не было здесь ничего. И они говорят, вот вода попадает, и наняли грека, которые сделали реставрирование. Это реставрированный уже комплекс. Вот. Ашик что раскрыл, видите, как было? И Ашик пишет, я у него читаю, когда он через боковую стену вошел, и когда вот здесь, он говорит, у нее обрушен свод, но камней на полу я не нашел. То есть он все выкопал оттуда, не нашел камней. Поэтому, говорит, может быть, она была недостроена. И они взяли и достроили, и сейчас демонстрируют. И, кстати, они ворота, вот посмотрите, какой ширины были, а сейчас узкие. Они там все переклали. Вот это Шмаков, тоже еще до реставрации зарисовал. Видите, тоже не было никаких. Вот он. Это с Петербурга приезжал специально, рисовал этот дольмен. Вот художник какой-то рисовал до реставрации, как это выглядело. А сейчас, вы понимаете, это все заложили они. Они свод сделали в 19 веке. То есть, если это был приемник, они его испортили. Они ему антенны закоротили просто. Вот потолок у него. Потолок тоже сделан на определенный набор частот. Как я говорю, в пирамидах я вам не говорил, я нашел 7, 11, 13 частот. Можно было. И в принципе количество колец, скорее всего, совпадало с количеством частот, которые принимались. Их легко вычислять, потому что здесь полуволновые размеры работают. Вот что стояло в центре, но это уже не в царском кургане, это где сохранилось. Это в Италии. Гробница вот написана какая, я уж не помню по названию. Аналогичная царскому кургану, видите, тоже потолок. Внизу стоял менгир. Он в потолок не упирался. То есть резонатор, который излучал уже в горизонтальную плоскость. И примерно, скорее всего, и в толосах, либо саркофаги стояли, как в Мизеке. В Мизеке стоят два саркофага. Вот в той, что мы смотрели в Болгарии. В итальянских, вот похожие на царский курган, стоят менгиры. Скорее всего, стоял менгир. Хотя по описанию царского кургана, что там стояли саркофаги, и они хранились, но пропали в период Великой Отечественной войны. Как сказал Владимир Ешкардин, в греческом городе Микены было около 9 объектов, подобных гробнице Атрея. А в Керчи также множество курганов, подобно царскому.
И можно предположить, что здесь также был древний узел связи, подобно Микенскому. Наверное, не все курганы были приемопередающими устройствами. Возможно, только самые крупные и стоящие определенным образом. И, возможно, сюда относились курганы, стоящие на мысе Акбурун, которые были обследованы археологами во время строительства Керченской крепости. Вот что о них известно. До наших дней дошло описание только части погребений этой местности. Работы по постройке Керченской крепости, которые проводились с 1857 по 1877 год, ускорили раскопки на мысе Акбурун. Именно в годы строительства найдены и описаны многие захоронения. В 1858 году Павловский курган, в 1862 году Конская гробница, в 1870 году гробница, упоминавшаяся Люценко, в 1875 году так называемый Акбурунский курган. Точные места их расположения на данный момент не определены. Например, в отчете обследования грунта и строительства материалов за 1860 год инженер-поручик Вейсингов, описывая свойства камня из новгородских каменоломен, замечает: все древние гробницы в окрестностях павловских укреплений построены из этого камня. Гробница открыта в 1852 году в кургане на месте главного форта. По найденной монете, относящейся к 4 столетию до Рождества Христова, построена тоже из этого камня. Речь, по-видимому, ведется о высшей точке форта Тотлебен, который в 1860 году назывался главным фортом. Она располагается западнее Павловского кургана. В 1875 году при раскопках одного из курганов на мысе Акбурун на восточном хребте Юзаба было открыто погребение, возможно, одного из Боспорской династии. Под курганом оказалась небольшая гробница, в ней находились жженый прах и предметы, указывающие на мужское погребение, имевшее много черт скифского обряда. Высота кургана 6,5 метра, в его насыпи найдены кости коня с богатейшим бронзовым уздечным набором. В кургане вместо каменного склепа была земляная могила, перекрытая большими кровельными глиняными черепицами, но в ней было настолько богатое погребение, что его приняли за погребение одного из боспорских правителей. По сарматскому обычаю в могилу сброшены остатки погребального костра, а на толстый слой угля парадной одежде положен покойник. На голове его была золотая, яйцевидной форме шайка-шлем с ажурным верхом, составленным из стилизованных цветков и завитков. Шапка весит около килограмма, и на нее был надет золотой венец в виде лаврового венка. Своей формой золотой бор напоминает войлочный или кожаный колпак. У шеи покойного найдено три золотых ожерелья, сканная работа и обломки золотой проволоки. Возле левой руки лежал золотой перстень с железной вставкой, ниже обломки широкого железного меча, в ногах обломки чешуйчатой панцирной рубашки, 5 железных наконечников копий, несколько наконечников стрел и обломки серебряного сосуда. Среди остатков погребального костра, сброшенного в могилу, найдены обрывки шерстяной ткани, бахромы и шнурков, возможно, от балдахина, украшения катафалка или носилок, черепки чернолаковой вазы. В стороне в насыпи разбросаны обломки панафинейской амфоры конца IV века до нашей эры, приз одержанной победы в спортивных состязаниях. Ремарка от меня. Интересно, тканые остатки могли пролежать 2500 лет? Ведь климат Керчи отнюдь не египетский, регулярно идут дожди, и сохранность шерстяных тканей вызывает вопросы к датировкам. Примерное местоположение Павловского кургана местные краеведы определили. Это возвышенность, на котором сейчас располагается военный объект, похожий на станцию слежения ПРТО. Так как зарисовка кургана до нас не дошла, то я попытаюсь реконструировать его по описанию и ссылками на другие объекты. Курган был раскопан в 1858 году Люценко. Он был высотой более 12 метров и окружностью в 200 метров. Был окружен крепидой,
опорной стеной высотой в человеческий рост, составленный частично из хорошо отесанных рустованных плит, частично из больших дикарных камней. Своей лучшей обработанной стороной крепида была обращена к гавани, с которой хорошо был виден курган. За оградой в насыпь кургана были брошены разбитые амфоры от вина и обломки роскошных расписных греческих сосудов, остатки тризны, совершенные на кургане после засыпки склепа, но до окончания насыпки кургана. В центре кургана находилось главное погребальное сооружение. Скале была вырублена на глубине 1,78 метра площадка, на которой был выстроен склеп из крупного, прекрасно тесного местного камня, добываемого на Юзабе. Склеп, прямоугольный в плане формы, имел не уступчатое, а горизонтальное перекрытие из плит. Погребение в нем было найдено нетронутым. Почти всю камеру занимал деревянный роскошный расписной саркофаг, искусное произведение боспорских мастеров. В саркофаге головой на запад покоилась женщина в богатом уборе. На голову ее был надет золотой имитирующий пряди волос убор сленгида, которому были пристегнуты прекрасные работы золотые серьги в виде летящих ниг. В высоком головном уборе и с развивающейся лентой в руке шею погребенной украшала тонкая работа ожерелья. Присутствие в склепе большого количества украшений ваз с изображением Деметры позволяет предположить, что в Павловском кургане была погребена жрица Деметры. То, что я сейчас прочитала, было описание археологов, но целесообразно ли было строить такие сооружения для одного единственного захоронения, пусть даже и царя? Тем более заранее было известно, что гробницу разграбят, а кости выкинут, как ненужный хлам. Очень похожая ситуация была в Древнем Египте. Там в фараонах, в саркофагах пирамид не хоронили, для этого была долина царей. То, что в курганах находят, это скорее всего поздние захоронения. Но в малых курганах также имеются такие же захоронения, а это скорее всего карго-культ. Более поздние племена скифов не знали истинного технологического назначения курганов и в подражании предкам также хоронили знатных усопших в курганах. Итак, как мы выяснили, на месте будущей крепости Керчь находилось ряд курганов, причем в них были не разграблены захоронения, а с многочисленными золотыми украшениями. И почему-то все знали, где эти курганы. На всех картах начала 19 века они были нанесены, но золотая лихорадка, охватившая Крым, обошла их стороной. Ведь многие курганы были разграблены еще в 18 веке. Можно сказать, что частично их защитили находящиеся на мысе Акбурун с 1791 года две батареи – Павловская и Николаевская. А до этого что мешало черным копателям того времени сделать лаз и проникнуть в курганы? По моему мнению, это была сама будущая крепость Керчь. Вот так поворот. Как могла крепость, которой еще нет, защитить древние строения? Как сказал бы Олег Павлюченко, да очень просто, она там уже была. Правда, не в таком состоянии, как сейчас, а в очень разрушенном. Ров частично был засыпан. Везде были многочисленные полости, провалы. Каждый шаг там грозил опасностью. Все время после сезонных дождей местность менялась вследствие обвалов. Люди попросту боялись туда ходить. Видимо, были многочисленные случаи невозвращения оттуда любителей приключений. В своем недавнем фильме «Руины прошлого мира», катастрофа, о которой молчат, Олег Павлюченко сделал предположение, что крепость Керчь была заводом, а я добавлю еще, также была объектом энергетики, той самой, допотопной, альтернативной. Глубока же кроличья нора, а ведь мы с сестрой просто сходили на экскурсию в Аджимушкайский каменоломни и в Царский курган. Да, много загадок хранит еще Крымская земля. Друзья, исследования по крепостям, курганам Крыма не закончены. Если вам фильм понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под видео. Всего вам доброго!